Мы репортеры команды «Детские вести». Это детская телепрограмма, которая выходит в Ульяновске. Мы хотим передать вам привет и пригласить вас к нам в гости в Ульяновскую область. Не сомневаемся, вам у нас очень понравится. Здесь много красивого и интересного. А что вы не сомневались, мы вам расскажем 10 фактов об Ульяновске и Ульяновской области. Ульяновская область расположена на двух берегах Волги. Здесь проживает больше 600 тысяч человек, почти 100 разных национальностей. Самые распространенные – русские, татары, чуваши и мордва. Мы все вместе празднуем Рождество, Сабантуй, Акатуй, Шумбрат, Хануку. Ульяновск раньше назывался Симбирск. Он был основан в 1648 году по указу царя Алексея Михайловича как крепость засечной черты, главной оборонительной стены русского государства. Самый известный наш земляк – Владимир Ленин, вождь мировой революции. Именно он превратил Российскую империю в СССР, но его настоящая фамилия была Ульянов. В честь него наш город получил свое нынешнее имя – Ульяновск. В войну сюда было эвакуировано множество предприятий. Ульяновск стал крупным промышленным центром. Сегодня он носит гордое имя города трудовой славы. Крупнейшие предприятия Ульяновска – Авиастар, где производятся самолеты, и Ульяновский автомобильный завод, где производится УАЗ. Ежегодно в Ульяновске проводится международный фестиваль семейного кино «От всей души». Неделя моды Ульяновск Fashion Week, фестиваль реконструкции «Волжский путь», гонки на внедорожниках «Арские холмы» и множество других ярких межрегиональных и международных событий. Ульяновск славится своими видами на Волгу. Еще одно красивейшее место региона – национальный парк Сенгилеевские горы. Есть еще и таинственный сад камней, Скрипинские кучуры и необычная карьера с марсианскими пейзажами. У нас есть аквапарк, батутные центры, веревочные парки, горнолыжная трасса, тюбинг-парк, картинг-холл, яхт-клуб. Здесь можно покататься на сапах, побывать в аэротрубе, поездить на собачьей упряжке, пуститься с дайверами на дно карьера. Ульяновск – это город-музей. Только в центре города их больше 30. Музей заповедника, родина Ленина, музей балалайки, музей гражданской авиации, музей меда, музей УАЗа. Таких нет больше нигде в мире. Ульяновск – это еще и город театров. Здесь их 5. Драматический, молодежный, кукольный, театр юного зрителя и необычный театр «Инфант-Терибль». Ежегодно у нас проводится сразу несколько крупных театральных фестивалей. А еще Ульяновск – город известных людей. Гончаров, Карамзин, Минаев, Пластов, Сафронов, Минеев. Не хочу хвастаться, но даже у меня в соседнем подъезде живет Николай Исаков. Чемпион России, Европы. Да что там, чемпион мира и рекордсмен по пауэрлифтингу. Ему за 90, и он до сих пор участвует в соревнованиях по тяжелой атлетике. Видите, как у нас интересно? Приезжайте к нам в гости!